Лучшие цены в округе. Скажи, если что-то понадобится. Здравствуйте! До новых встреч. Подходи. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Ну что, готов сокрушить афинян? Война ждет нас. Волк вызывает к себе наемника.
Мы прибудем через пару минут. К сожалению, он хочет видеть только его. Что? Я сказал, что волк желает... Я слышал, но не понимаю, почему. Таков был приказ. Что ж, ладно. Пожалуй, я займусь своими делами. Волк ждет тебя. Ты неплохо дрался для наемника. Вот и все. Не знаю, что и сказать. Убийца! Он убил его! Значит, мы обязаны победой тебе. Скажи свое имя, чтобы я мог поприветствовать тебя. Здравствуй, отец. Давно не виделись. Не может быть. Ты упал. Я не упал. Ты сбросил меня! Я сделал то, что требовал от меня спартанский долг. Я смирился с этим. Пора и тебе. Ты же мой отец. Ты должен был защищать меня. Ты совершил глупость. Вынудил меня. Мне пришлось спасать сестру вместо тебя. Оракул повелела убить Кассандру. Ее слово, закон, ты же знаешь. Больше ты не будешь прикрываться чувством... Хватит! Прошлое не изменить. Я спартанец и умру им. Наемнику, который принесет твою голову, полагается щедрая награда. Поэтому ты здесь. Тебе не убежать от прошлого! Пора ответить за все! Ты заслужил смерть. Но в мщении нет чести. Ты должен взглянуть в лицо прошлому, отец. И эта участь страшнее смерти. Я не выполнил свой долг. Не защитил тебя. Не спас вас обоих. Я любил тебя и твою сестру, как своих собственных детей. Но это не так. О чем ты? Вопрос лучше задай своей матери. Стой. Найди свою мать. Зачем? Где бы Мирин ни была, она знает больше, чем я. Куда ты идешь? На поиски чести. Остерегайся змей в траве, Алексиус. Мне нужно уходить. Пора вернуться к Варнаве.
Найду укрытие. Давай. Давай. Hello. Поищу укрытие. Нашел его!
Thank you.
Итак, ты убил отца? Приемного отца. Ну, думаю, в таком случае боги не будут с тобой строги. Николаус вырастил меня, обучил. Он был моим отцом, хоть и пытался меня убить. Это плохо или нет? Неважно. И только у тебя были трудности в семье. Да. Я рад, что ты со мной, Варнава. Это взаимно. Как я могу тебе помочь? Найдем мою мать. Она жива, Варнава. То есть, Николаус так думал. Отлично! Слава Гере! Что теперь? Куда плывем, капитан? Первым делом в Факиду. Там меня ждет Элпинор. Он должен мне деньги и разговор. Добро, Алексиус. Заодно можем попросить совета у Пифии. Эльфийский оракул знает ответы на все вопросы. Слова оракула разрушили мою семью. Устами Пифии говорит сам Аполлон. Тот, кто не слушает оракула, может навлечь на себя беду. Если бы мы не стали слушать ее, моя сестра не погибла бы, а мать не пропала. Ну хорошо. Ты знаешь, где искать Элпинора, верно? Он в лагере паломников. Но перед смертью Николаус предупредил меня о змеях в траве. Похоже, тебе нужно подготовиться. Пусть лучше Элпинор готовится. Ищи меня в храме Аполлона в Дельфах, как покончишь со змеями. О, Алексиус! У меня совсем из головы вылетело. Твой дом постигла ужасная участь. Тот старый дом? Да он едва стоял, такой был ветхий. Я Кефалини. На острове свирепствует болезнь. Она пришла из Каусаса. Столько людей погибло, а лекарства нет. Малака, жрец был прав. Только скажи, и мы сразу отправимся назад, на Кефалинию. Спасибо, друг. Я это запомню. Вперед. Элпинору многое придется объяснить.
Отплываем! Идите! Там что-то есть! Осторожно, капитан! Здесь небезопасно! Капитан, вперед! Я должен знать обо всех приближающихся кораблях! Корабль!
поднять пару! Готовьте руки! Что ж, капитан, боги спасли нас! Пару! Весла готовьте! Рассказывала о Кире и священных войнах. Бывала ли она здесь? Добро пожаловать! У меня ты найдешь все, что угодно. Как-то с трудом верится. Боги! Я не прочь избавиться от драх. Мне не интересны драхмы. Впервые слышу. Мало кто слышал. Что же ты продаешь? Много всего. Какой торговец не любит драхмы? Тот, кто предпочитает более... Скажи мне, где искать орехалк? В Греции он повсюду. Просто нужно знать, где искать. На доске объявлений есть особые задания. Ладно, посмотрим твой товар. Huh?
Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Творение Прометея. Если бы Афина могла вдохнуть в них жизнь.
Эй, вы! Разойдитесь! Живо! В сторону! Надеюсь, меня никто не заметит. Надеюсь, этот оракул не такой мрачный, как в Спарте. Дельфийское святилище. Сами боги оберегают эту землю. Алексиус, здесь прекрасно, правда? Боги так близко. Я чувствую присутствие Аполлона. Как дела с Алпинором? Поговорим об этом позже. Кто это? Простой паломник. Он был у Оракула. Я спросил, так ли она всесильна, как говорят. Ну, и как? У меня больше вопросов, чем ответов. А то она и Оракул! Ты не соврал. Это и правда копье Леонида. Само сорвалось с языка. Малака, Варнава, думай головой! Просто он интересуется легендами, как и ты. Я думал, вы поладите. Как же? Ты узнал копье, лишь взглянув на него? Ты непростой паломник. В Дельфах все сложнее, чем кажется. Даже я. Меня зовут Геродот. Я историк, или был им. Война толкает нас на отчаянные поступки. Хм, это правда. Почему ты скрываешь свое имя? Я здесь по заданию жителя Афин. Очень могущественного. Мы хотим положить конец войне. Ты сказал, что хочешь задать Оракулу личный вопрос. Война касается и меня, Варнава.
Значит, ты просил у Пифи совета, как прекратить войну? Верно. Но в Дельфах что-то неладно. Стражники на каждом шагу, людей гонят прочь. Ты сомневаешься, можно ли верить Пифии? Что она сказала? Я спросил ее, как нам закончить войну. Она ответила: весне не следует желать зимы. Она несет ей погибель. Как мудро! Я не понял ни слова. Ну, поэтому она там, а мы здесь. Уж угрозу-то я узнаю. Ха-ха-ха-ха! Ты слишком долго жил на Кефалине. Безумие какое-то. Неужели столько людей хотят увидеть Пифию? Это не просто люди. Каждый город присылает сюда послов от имени своего народа, чтобы получить совет. Пифия решает судьбу не только отдельных людей, но и всего греческого мира. Огромной властью обладает тот, кто вкладывает слова в ее уста. Это Аполлон! Само собой. Я представлял Дельфы совсем другими. Здесь всегда было так. Нет. Раньше в Дельфах были рады гостям. Всему виной война. Политики используют Пифию в своих целях. В военное время пророчества вызывают волнения. Держи оружие в ножнах. Кровопролитие считается оскорблением Аполлона и сурово карается. Я хочу поговорить с Пифией. Но очередь! Да я состарюсь раньше, чем дождусь! Ха-ха-ха! Да ты шутишь! У тебя нет недостатка в оружии! Я не хочу проливать кровь. Кровь? Просто зайди! Кто тебя остановит? Жрец? Ладно. Но если что-то пойдет не так, виноват будешь ты. Он потрясающий, правда? Я хочу увидеть Пифию. Войти могут лишь те, кого избрал Аполлон. И как стать избранным? Занять место в очереди. Я похож на того, кто готов ждать. Ощути силу света Аполлона. Этот свет способен разогнать тьму. Выбирай мудро, смертный. Лишь один вопрос. Скажи, что хочешь знать? Я лишился матери. И хочу найти ее. Где она? Это ты! В моем видении! Дитя на скале! Откуда ты знаешь? Уходи отсюда! Иди! Уйти? Ты хоть знаешь, чего мне стоило сюда попасть? О, я знаю. В Каососе ты бросил вызов жрецам. Ты спас девочку и ее семью. Но как? От света не скрыться никому. Прошу, помоги мне. Ответь на мой вопрос. Дитя скалы. У культа космоса везде свои люди. Они убьют тебя. Культ космоса? Оракул умолкает. Пророчество сказано. Ты не ответила на вопрос! Пифия сказала тебе все. Я не уйду без ответов! Геродот, ты еще здесь? А где Варнава? Он вернулся на корабль. Пророчество тебя не порадовало? Она знала, кто я. Это Пифия. Она притворяется, будто все знает. Нет же.
Она видела меня ребенком на скале. Любой мог стоять на скале. Меня сбросили со скалы. Это мое рождение и моя смерть. Говорю тебе, она знала, кто я. Что сделал? Пыталась предупредить. Предупредить? О чем? Она говорила о культе космоса. Знаешь о таком? Слышал кое-что. Его адепты появились в Дельфах. Но это только слухи. Похоже, Пифия их боялась. Стражи увели ее. Увели? Значит, слухи не врут. Если они добрались до Пифии... Это ужасно. Понимаешь, что это значит? Теперь культ управляет миром. Я поговорю с ней, когда ее не будут так защищать. Тут без чуда не обойтись. Она всегда под охраной. Ты многое знаешь о Пифии. Где ее найти? Если ее нет в храме Аполлона, значит, она в своем доме, в хоре Дельф. Не могу же я врываться во все дома подряд. Дом Оракула будет несложно узнать. Она единственный человек в хоре Дельф, который может позволить себе жить в роскоши. Где в хоре Дельф находится дом Пифии? Я слышал, она живет на окраине. Но помни, ее охраняют. Не все являются к Оракулу с благими намерениями. Я разыщу дом Пифии и получу ответы. Алексио, вспомни, где нужно действовать хитростью, грубая сила не поможет. Адиконести! Huh?